Потому что мы пилоты. Небо наш родимый дом. Первым делом самолеты. Ну, а девушки, хочу девушки. Девушки потом. Я не зря запел эту песню. Не то чтобы запел, а вспомнил. Дело в том, что сегодня, 18 августа, вся наша огромная страна отмечает потрясающий праздник. День гражданской авиации. Я сразу вспоминаю такую историю. Представьте себе, летит маленький одномоторный самолетик, в кабине сидят два пилота, им хорошо. Вокруг небо, облака, солнце, внизу земля. Они летят на этом маленьком одномоторном самолетике, а в это время огромный вертолет зацепил тросом на земле трактор, стал подниматься вверх, сам вертолет уже ушел под облака, а трактор на трассу висит. Два пилота. Видишь, трактор летит. Второй. Ага, вижу. Никому не рассказывай. Спи, шут. Разные случаи бывают в нашей авиации. И, конечно, почему бы нам не спеть частушку, не посвятить ее всем нашим пилотам. Да вообще всем, кто связан с авиацией. Летчик по небу летает, часто в гости залетает, от него на той неделе аж три бабы залетели.